мой прапрадед Глазунов Петр Ильич, 1906 года рождения, рядовой красноармеец. Сохранились всего 3 письма, но, к сожалению, они остались у других родственников, но мы сделали копию. Из последнего письма отца дочери, датировано 27 июня 1942 года, было известно, что он уже 17 суток находился на передовой. В местах, где он находился, проводились наступательная Погорело-Городищенская операция, целью которой был разгром Зуцовско-Кармановской группировки противника и выход на рубеж для дальнейшего наступления, которое вынудило немецко-фашистское командование перебросить в тот район значительное количество войск и техники со Сталинградского и Кавказского направлений, где они вели наступление. Убит прапрадед 7 августа 1942 года. Захоронен близ деревни Петушки Кармановского района Смоленской области. Я хочу рассказать про своего прадедушку Мелешкина Александра Сергеевича, который родился в 1923 году и умер в 2001 году. В 1941 году ему было всего 17 лет. Он только что закончил школу десятилетку. В числе таких же ребят, как он сам, их направили в Одесское артиллерийское училище. В училище он проучился всего 3 месяца, и после выпуска им сразу присвоили звание младший лейтенант. Он был направлен и воевал в составе разведывательной артиллерийском дивизионе. Защищал подступы блокадного Ленинграда с моря. После прорыва кольца блокадного Ленинграда его бригаду сняли с корабля и поставили на железнодорожную платформу. Отбиваясь от противников, они шли на запад. Так он дошел до города Кенигсберга. После взятия города-крепости его бригаду перебросили в город Севастополь. За проявленное мужество во время Великой Отечественной войны мой прадед имеет очень много наград и орденов. Также за трудовые заслуги у него тоже есть медали. После окончания войны мой прадед работал шахтером-проходчиком на Сахалине, вплоть до выхода на пенсию. Я помню своего прадеда, люблю его и благодарен за то, что у меня есть чистое небо над головой и то, что я жива.